Ребятки, всем привет. У нас сегодня такая ужасная погода. У меня тормозок мой. Тормозок, сок я выдавила сама. Апельсин. Придешь? Да. Иду в мясорад, ветер просто ужасный. Сейчас вам покажу. Блин, я показывала и ничего не показала, не нажала на кнопку. Смотрите, какая погода. Вот, ветер уган еще. Ветер просто сносит все. Небо такое, вот дождь пойдет, не знаю что. Короче, я иду. Одела сегодня термобелье, потому что холодно в туннеле очень сильно. Никого нету почему-то. Видите, у нас как хорошо. Фонтанчик не работает. Идем работать. Мы. Будет так холодно, смотрите. Это я твой подсоединил. А где шапку я тут кидала? Она вот потушила. Подожди, я же рацию ищу. А зачем ты ее ищешь? Свою рацию. А, вот тут моя рация. Все. Ой, смотрите. Вспомнил. Я вот так одеваюсь в тоннель. Одеваю вот эту повязку. Вот так вот в тоннель одеваемся. Повязку одеваю. И шапку я взяла. Вань, подожди, покажу шапку. Еще шапка вот такая у меня. А у меня шапка на голове. Потому что там очень холодно. Я через неделю как раз холода закончится. Синежовтый. И вот так я буду в тоннеле стоять. Стриться. Потому что там нереально холодно. А я пойду стриться через неделю. Еще и каска сверху. Еще и две куртки сверху. Сколько градусов показывает? Ну, сейчас немного показывает. Он, опять на солнце стоит. 10 градусов сейчас очень показывает. Очень холодно. Но в туннеле... Но ветер, конечно. Ну, сейчас туннель приедем, я покажу вам в туннеле погоду. Это хорошо, сегодня еще дождя нету. Вчера был дождь. Не, в туннеле холоднее, гораздо. Там труба. И вчера был дождь целый день, а сегодня нету дождя. Ой, так все холодно. Просто. Ставим наш туннельчик, и смотрите, опять у нас лужа. Такое озеро Надежды у нас. Вот так здесь. Это там труба протекала, вот и натекла. Я не знаю, где там труба. Какая вон там труба? Откуда в этом труба? В пятницу, когда мы были здесь. Ну откуда в труба? Везде бетон. А текла вода. Ну да, текла, но откуда в труба? Нету никаких труб в туннеле уже. Откуда это натекло? Это что ты хочешь сказать, что оттуда с конца туннеля текло? Может быть, не знаю. Ну какие трубы? Нет никаких труб в туннеле. Слушай, на том месте стоит машина. Ну, значит, едем дальше. Едем, становимся сзади меня, и все, и делаем свою работу, потом уезжаем. Бля, мы нарисовали, а они ничего еще не сделали. Ничего не повесили. О, они тут чуть-чуть прибрали, но, конечно, ну, прибрались. Вчера был вообще ужас просто. Вот тут прямо все становимся, и все. Да. Вот они уже, кстати, подъехали. Что ждут нас наконец-то, а не мы будем час ждать. А? Лучше ждут нас пускай, чем мы потом час ждем. Подъехали, да? Выйдем, да, работу сделаем, быстро и уедем. Тут грязь. Где полигончики тут где-то? Полигон вот тут. Вот. Где? Вот. 13-й, и машина стоит. Нет, машина... Не попала, да? Можно поставить? Нет, нельзя, наверное. Ну какая разница, там есть два штуки тоже. Этот третий где-то будет. Вот тут, где ты вчера мне ставил. А тут рядом где-то. Ну да, и все. Я выгляжу в туннеле. Каска. Там где-то наверху. Шапка. Нос. В туннеле дует еще. Короче, Марик он тоже идет одетый. А тут нормально? Да. Вот с этой стороны. Сюда чуть-чуть ближе, давай. Вот с этой стороны? Да, давай, давай, открывай. Ребят, смотрите, в каких условиях мы работаем. Это ТР. ТР-290. ТР-290. Капец, тут, конечно, шумненько. Вот таком месте мы работаем сейчас. На улице, а там сверху вот этот забор так трещит. Там костерчик палит, да, надо текать. Провода были. Вообще. О,
вон какой шум. Сейчас как что-то слетит на голову. Все, ребятки, уходим. Я опять вот эта куча одежек, шапки во всем этом. Теперь это все снимать надо 3 часа с себя. Все вещички. Сначала одеваемся 3 часа, потом снимаем 3 часа. Ну нормально. Поработали. Все. Уезжаем. Поедем кушать, потому что мы еще не обедали с Мариком. Фух, на улице не так холодно, как вчера было. Но ветер, конечно, сильный. Дождик обещают к 4 часам, а там может и еще и не быть его. Но вчера был дождь целый день. Очень сильный ветер. Прям шторм. Я не представляю, что творится на море. Так, а вот и дождик пошел. Вот такое небо у нас темно-темно. Вот смотрите, какой ветер дует. Видите? И дождик идет. И все серое, и такая вода, конечно, ужасная просто. Холодно, так задувает окна вообще. Через 200 метров поверните направо. Уже водичка вытекла, ну все, мы едем домой. И дождик, и какая пробка. Вон в ту сторону. Пробочка. А нас нету, мы едем домой. Такая погодка. Нелетная, нелетная, конечно. Хорошо, что мы успели поработать, да? Хорошо, что мы ленточки навязали там. Да. А я сразу, там дождь пойдет, там грязь. Там все быстрее. Я прокрутил, но даже ветер не стоит. Дома сидят такую погоду, как мне выходить сейчас на улицу? Вот это вопрос. Как мне выходить домой? Да не, я куртку одену. Это тоненько. Ты слышишь, как ветер задувает? Это вообще, это опасно, вода. Это самое опасное. На дороге. Кажется, небольшой дождик. Ну, уже вот успокоился. Как раз мне выходить сейчас скоро. Дай Боже, успей доехать. Чтоб я вышла вот так вот.
такую погодку. Вообще ничего не видно, он Иерусалима не видно. Он заснул. Впереди. Еле поехал. Не, а так-то капает. Моросит. Видите, что? Какая видимость. Все серое, серое, серое. А я сейчас буду дома уже наконец-то. Такой тяжелый рабочий день был. Так работали. Ну, вчера было холоднее намного. Сегодня я оделась, то ли теплее мне было. Ну, в общем, мне кажется, теплее было сегодня. Теплее, теплее. Вчера было ужасно холодно. И я была не так сильно одета. Так вчера сегодня было 6 градусов. Сегодня 8, туннели, да? Сегодня больше. Вот 7 у тебя написано сейчас. Ну сейчас 7, это сейчас 7. А было же теплее. Ну 10 было, наверное. Да. Опять дождь спускается. Ну нет. Мне же выходить надо. Что тут пробку создали? Так я не успела я дойти, потому что вот моя куртка. Потом, за 3 минуты, пока я дошла до дома. В общем, капец, дождик, конечно, просто. Просто ужас.